Всем привет! Это Северный Степной Крым, 5 февраля. Сегодня уже 2023 года. Снизу хрустящая, такая красота у нас сегодня. Вчера была плюсовая, сегодня уже вот такая красотень. Небольшой морозец, он. Минус 1 градус. Вот такой хрустящий снежок. Продолжает сыпать. Сейчас надо машину очищать, отмораживать. На рынок ехать. Зима, в общем, нас радует. А дай мне щеточку, я эти почищу литки. Литки позасыпала некоторые. Кто-то скажет, может, это хорошо. Да нет, при таких маленьких минусах это нехорошо, тем более оно будет подтаивать. Возможно... Сегодня будет даже плюсовая сейчас днем. Вон, видите, как позаметала литки. Полностью позаметала. Литок у меня только нижний, сейчас прочищу их. Не проблема. Некоторые его сильно позаметал. Пройду, прочищу. Литочки. А так, продолжаем зимовать. По подмору смотрел, минимум. Все хорошо. Все холодные, только вот у кардавана немножко что-то, типа тепло такое. Ну там на одной рамке есть расплод, я уже снимал, показывал. Возможно, может они его и не стали выращивать. Все похолодание, не знаю. Ну такое, там клуб поднялся наверх, так как я рамку с расплодом поднял наверх, и клуб поднялся наверх. И трогал я так, ну не сказать, что он там прям теплый. Непонятно пока, короче. Остальные все вообще холодные. Сидят в плотных клубах. Только вот это у кардавана немножко были. Что-то похожее на расплод. Жена очищает. А ты тем не сильно шкрябы, пластмасска. Ага. Ты так просто. Снег смети, я сейчас это. Сейчас очищу я. Все, ладно, надо эти машину заводить, отогревать. Снежок сыпет. Сегодня на целый день такая погода. Всем пока. Снег очень нужен. Влагозаряд у нас совсем слабый в этом году. Надо снег. Чем больше, тем лучше. Да так. Дозимовываем. Меньше месяца осталось.